Здравствуйте, меня зовут Татьяна Алешкина. Я сегодня хочу похвалиться своей очередной покупкой по пятому каталогу компании Oriflame. Это губная помада эликсир из нашей культовой линейки Giordani Gold. У меня очень много нюдовых помад, но, друзья мои, я не могла устоять и пройти мимо вот такой вот красавицы помады Giordani, в которой заявлено очень модный сейчас матовый финиш, плюс все знают, что сейчас в этом сезоне будут модные пастельные оттенки, и эта помада как нельзя лучше впишется в пастельные оттенки. Да. И что еще? Здесь есть очень известное драгоценное органовое масло, которое будет ухаживать за нашими губками, омолаживать. Так заявлено, во всяком случае, в каталоге. И еще здесь есть SPF-фильтр 15, что для меня очень важно. Сейчас для весны, для лета это очень актуально. Ну и, конечно же, насыщенный пигмент, который не собирается вокруг губ. Проверим. Итак, я вот первый раз наношу эту помаду кисточкой. Точнее, очень удобный аппликатор. Очень ровно накладывает. И карандаш даже здесь и не нужен. Очень точное нанесение. И отлично. Отлично наносится. Мягко скользит. И мгновенно высыхает и превращается в бархатистую матовую поверхность помады. Друзья, мне очень нравится. Я в восторге. Вот, нет, реально, такой классной помады у меня еще ни разу не было. Вот, отвечает всем моим запросам. И оттенок, и качество, и удобство, и дизайн. Мне понравилось. Спасибо большое за внимание. Очень рекомендую. Пробуйте нашу помаду эликсир Giordani Gold.